10-миллионный Ford Mustang, культовый автомобиль марки и воплощение американской мечты, сошел в среду с конвейера в пригороде Детройта Дирборне. В торжественной церемонии в штаб-квартире автопроизводителя принял участие глава североамериканского подразделения Кумар Галотра. Сегодня «Мустанг» колесит по дорогам 146 стран мира. Это самый продаваемый автомобиль в классе спортивных купе, как в Германии, так и в США. Сборку 10-миллионного автомобиля, вошедшего в аналы поп-культуры, отметили и на заводе во Флэт-Рок, штате Мичиган. Для рекламной кампании ретро и новой продукции руководство Ford намерено вовсю использовать карту ностальгии. Первый «Мустанг» был представлен публике весной 64 года в Нью-Йорке и с тех пор не уронил своего культового статуса. Среди приглашенных на юбилейную церемонию во Флэт-Рок была Гейл Уайз. «Я приобрела эту замечательную машину 54 года назад, и, как видите, она до сих пор у всех на устах». К юбилею Ford выпустил модель Bullet в честь триллера 68 года, где Стивен Маккуин гонится за преступниками за рулем «Мустанга» по улицам Сан-Франциско.